Ежегодно в канун Международного дня родных языков в Институте филологии и межкультурной коммуникации проходят мероприятия, которые рассказывают о творчестве и жизни казанских классиков. В этом году прошла презентация фотоальбома великого писателя Амирхана Эники. Фотоальбом, он как бы составлен для высших и средних учебных заведений, для того, чтобы учителя, преподаватели могли пользоваться на уроках. Презентация проходит в форме презентации фотоальбома, то есть Амирхан Эники рассказывает сам, комментирует свои фотографии сам. Творчество Амирхана Эники богато и многогранно. Наиболее популярными считаются его произведения послевоенной прозе. Они отличаются глубокой лиричностью, обладают большой силой и эмоциональностью воздействия на читателя. Кафедра татарской литературы Казанского федерального университета очень активно работает по популяризации классиков татарских писателей среди общественности, среди вузов и среди учебных заведений, средних учебных заведений. Для учителей мы все это как бы представляем. Вчера фотоальбом был представлен для учителей средних школ. В 2019 году в честь 110-летия Амирхана Эники был переиздан сборник всех его произведений. Одной из самых дорогих для него книг был его автобиографический роман «Страницы прошлого» «Сангы Китап». Он был издан в формате аудиокниги. Некоторые произведения писателя переведены на английский и русский языки. Елизавета Никитина, Амир Юлдашев, Универньюз.